Большие неудобства жителям города доставляет маленький участок дороги на улице композиторов Воробьевых, закрытый на ремонт. За короткий срок дорожной организации необходимо переложить коммуникации и расширить проезжую часть. Сколько еще чебоксарцам терпеть неудобства и ради чего, смотрите в следующем сюжете. Не успел подрядчик начать работу, как возникли первые проблемы. Много хлопот доставляет подземная инфраструктура. Сейчас раскопано больше половины реконструируемого участка. Параллельно, чтобы не было простоев, ведутся работы в зеленой зоне вдоль нечетной стороны улицы. На данный момент работают подрядные организации по перекладке газопровода, водопровода, также высоковольтных кабелей и связистов работают. В данной траншее вот видно. Переустройство связи идет. По мере выполнения тех или иных работ переходим уже на устройство дорожной одежды. И срок у нас до 15 августа. Работа на дороге кипит круглые сутки. И ко дню города движение по одной из центральных улиц Чебоксар будет восстановлено полностью. Напомним, по завершении реконструкции улицы композиторов Воробьевых проезжая часть будет расширена с 4 полос до 5. 3 полосы в сторону Калининского моста и 2 в направлении к Московскому. Общая ее ширина составит 17,5 метров. В последующем это обеспечит бесперебойное и безопасное движение автомобильного и городского пассажирского транспорта на этой оживленной улице. Кстати, стоимость работ составит около 89 миллионов рублей. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.